Здравствуйте, у нас боли отчаяния, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем наблюдать за жизнью и удивительными приключениями Люси Рыбаковой. Люся падала в спасательной капсуле и затормозила головой. Вместе с ней падало еще двое человек, впрочем, за людей она их не считает. Меня зовут Федор, вы на канале Фидисплей, это игра RimWorld с модпаком Hardcore SK. Итак, в прошлой серии у нас удалось, вот отсюда пришел рейд, удалось отжать у них парочку пистолетов-пулеметов, но эти пистолеты-пулеметы требуют 45 калибр, .45. Данный калибр я могу делать, ну, насколько я понимаю, что получится мне сделать, керамика, порох плюс что-то еще, керамику я могу гнать и из печки, из горна. Горн я сейчас пытаюсь сделать. Ну, так что будем пытаться пробовать это все сделать, плюс тут еще в конце... Ближе к концу серии напали расхитители в виде жуков. Пытаются они у нас что-то тут, ну, инсектоидов, пытаются что-то там у них отбивать. Кстати, рассказчик ярости, почему-то имени рассказчика не написано. Это после сейва всегда такое вылетает. Вот, потому что серию я записываю с некоторым разрывом. Ну, ладно, не будем о грустном. Так, я, знаете, что думаю? Надо бы, наверное, комариков здесь поубивать. Треба, можешь ли ты... Так... Треба может. Вообще бы Требе бы надо, может быть, тоже какое-то оружие было бы выдать. Так. Ближний бой. Комары начнут кусаться. Хотя оружие-то я, наверное, все-таки в итоге потом выдам именно что автоматы. Главное достроить сейчас вот это. У меня алкашан немножко спит. Так, вообще я бы хотел... Может быть, еще в работах посмотреть, еще кого-то на строителя назначить. Но больше особо назначать некого. Мне Треба нужен. Хотя можно было бы Требу тоже на строителя бахнуть. Он тут поставлен, но вначале уборщик. Уборка тоже, да, так нужна. Так, слушайте, у Требы... Да, у Требы молоток есть, но у него нет... Нет топора. Топор бы мне пригодился, чтобы вырубать вот это всякое. Топор можно было бы скрафтить. Ну, я не знаю, может быть, имеет смысл все-таки подэкономить ресурс пока что. Из еды. Солонина, вплоть гуманоида, солонина, а тут нифига нет. Технологии забыл прогрузить немножко. Технологии я потом, наверное, на паузе открою, загружу. Просто сейчас времени на это тратить не хочется. Надо посмотреть там, что по технологиям мне делать. И, возможно, придется мне скоро сгонзать животных поубивать. Потому что, насколько я помню, у меня достаточно быстро вот эта еда кончалась. Жареная 35. Солонина 38. Слушайте, а здесь соя осталась. Соя, кстати, довольно скоро должна уже дорасти. Единственное, что у меня, конечно, семян для нее нет. Семена нужно будет сделать. Так, здесь у меня грубый известняк. Насколько я помню, мне терраформированием предлагали известняк сгладить, а потом почвы засыпать. Вот, не знаю, фермерство. Куча грязи и удобрений. Типа так быстрее будет. Так, где это у меня? В покрытиях. Ну, можно, конечно, попробовать. Может быть, и реально так быстрее будет. Единственное, что я не помню, кто для этого нужен, строитель или кто... Но в любом случае, вначале вот это. Вначале вот это, я даже сейчас принудительно ускорю. Что очень-очень горн нужен. Это до ремесленников смогу отправить. Вот, пускай ремесленники клепают. Еще надо посмотреть, есть ли у меня в наличии глина. Что если глины нет, придется ее пособирать слегка. Так, рассказчик мне какую-то гадость готовит. Что игра подвисла. Метеоритный дождь. Метеоритный дождь может быть очень опасен. Блин. Надо, наверное, знать, что сделать. Надо оперативно крышу возвести. Блин, здесь не получится. Если сюда метеорит рухнет, ничего хорошего с этого не будет. Ладно, будем пока что превозмогать. Надеюсь, никого не убьет с этих метеоритов. Блин. Что-то, знаете, мне не расхотелось уже превозмогать вот это вот. Блин, вот капец. Сюда в любом случае, если упадет, то у меня вся кожа, все посадки, все это просто будет выпилено.
Здесь база у меня условно защищена. Вот, собственно, крыша, кто не понимает, она для этого и нужна. Что метеорит не будет падать под крышу, он упадет где-то с краю. И разнесет только часть базы. Вот здесь вот очень опасно. Да, надо вот эти посадки будет отсюда выносить. За пределы куда-то. И сюда еще могут упасть. Надо тогда сейчас очень внимательно следить за тем... Так, куда упало? Затем, где появляются тени. Потому что вначале появляется тень под метеорита, а только потом они удар наносят. Можно, конечно, попробовать камеру отдалить. У меня сейчас, правда, FPS немножко просядет. Опять же, рассказчик в ярости довольно часто такие сюрпризы накидывает в виде метеоритных дождей и прочего. Так, вот это сейчас, возможно, у меня тут все... Куди? Начинается боль. Вот время, когда уже пора страдать. Рассказчик, видимо, посчитал. Вовремя заметили. Лишь бы Коди успел убежать, а то его сейчас накроют и будет капец. Я надеюсь, котика там не пришибло. Ух, это было жарко. Так, что будем с этим делать? Ладно, сейчас надо подумать тогда, что с этой фигней делать. Какие-то капец. Ну, во-первых, нужно все починить. Люсю отправляем, Коди отправляем, наших этих трех. Сразу выделяем домашнюю зону. И нужно в срочном порядке восстановить стены. Стены здесь вещь важная. И сюда. Поэтому алкашан. И жареное мясо. Надеюсь, успеем достроить. Да, и скорость категорически нельзя сейчас повышать. Скорость воспроизведения, потому что я прозеваю, куда падает метеорит. Вот эта вот вся вот гадость. Дынч. Довольно скоро должен пойти дождь, точнее дождь уже пошел, насколько я вижу. Ураган у нас. Да, сейчас все это будет тухнуть. Но это не исключает того, что меня может метеоритом накрыть. Метеорит урановый. Я его просто разбираю. Копать его не хочу. Куда? Ну, это летит мимо. Блин, древнее зло сейчас скроет, наверное. Надеюсь, там не механоид. Нет, не скрыло. Повезло. Строитель. Надо застраивать стенку. А то если сейчас какие-нибудь мухи налетят, геморрой с ними будет. Можно просто лишний раз поболеть. Болеть тогда, когда этого совершенно не нужно. Ну и продолжаем отслеживать. Да, очень вовремя мне рассказчик метеорита накинул, блин. Капец. Ладно, у меня тут, благо, на все это дело уже есть определенные какие-то заготовки, контрмеры, которые я могу применять против вот этого всего. Ну, крыша и вот это, все остальное. Просто более глубокое понимание механик позволяет избегать вот этой вот всей гадости. Так, что мне по идее? Солонина жареная. Да, по идее, вроде пока около дела. Блин, братан, давай-ка ты это достроишь уже вот. В конце до концов. Дальше. Достраивай дверь. Метеориты. Метеориты летят. Все, сейчас где-то, я думаю, еще один-два удара, и метеоритный дождь должен закончиться. Здесь. Рядом с базой. Тут, кстати, есть такой абуз. Абуз Багаюз. Кто хочет, можете применять. Ну, если кто вдруг не в курсе. Если захватить вот эти метеориты, их тут много нападало, просто массовым захватом, то противник периодически будет идти к ним и долбать их, вместо того, чтобы идти на вашу базу. Ну, не все, конечно, ряд противников. Данную фигню можно использовать в некоторых целях иногда. Но, не знаю, я стараюсь вот сейчас уже это не обузить. Раньше применял, но сейчас какой в этом интерес? Вот, поэтому просто тупо на это пока что подзабил. Давай достраивай. Все, метеоритный дождь прекратился. Можно выдохнуть. Довольно он тут довольно легко прошел. Относительно, можно сказать. Так, ты что несешь? Удовлетворенность. Давай-ка ты это таскать не будешь. Робототехник. Мел. Мне на этого Мела пофигу. Надо достроить. Надо достроить, чтобы у меня появились боеприпасы. Что я до сих пор не уверен, что у меня получится эти потрошки сделать, потому что я не помню. Я не так часто разный тип боеприпасов крафчу. Тут очень много информации, которую приходится в башке держать, поэтому периодически лучше просто справочник смотреть. Но справочник мне говорит о том, что я смогу построить.
Единственное, что мне сейчас, наверное, нужно будет накопать селитры. Потому что селитры, я насколько помню, у меня нет. Давайте поищем. Или селитра пишется. Русский язык. Что ты делаешь? А, это известняк. По русскому я сегодня получаю 2. Залежи селитры. Залежи селитры. Подожди, не понял, а здесь? Тут же тоже залежи. И тоже селитры. Что мне обозначил? Это выкопаем. Здесь вообще можно немножко снаружи копнуть. Вот так. Васянин, в принципе, должен достаточно быстро и оперативно это все решить. Васянин у нас... Только в зону нужно направить его. Вот сюда. Потому что сейчас комарики всякие еще дурацкие будут тут летать. Мешаться мне. Периметр внешний. Это можно тоже повырезать тогда. Сюда. И вот так вот расширить. Пускай занимается. Практически доделал он горн. Осталось буквально 80 работы. Ну, это ни о чем, можно сказать. Так, а Васянин, ты куда у нас? Васянин в первую очередь добывает соль. Мне нужно сделать, чтобы он в первую очередь добывал, ну, копал там. Поэтому в приоритетах копатель добывает глину, песок, торф, щебень в карьере, а шахтер как раз-таки в соляной шахте добывать породу. А, вот так вот, да? То есть сначала идет соляная шахта, там порода, потом бурение. Надо вот так вот сделать. Троечку поставил на добывать породу, и породу он с большим приоритетом начал добывать. Почему-то вот так вот сделано. Почему-то соляная шахта вперед идет. Я бы соляную шахту на минимальный приоритет поставил. Ну, как сделано, так сделано. Я не буду тут на этот счет. Сейчас как-то париться, просто приоритетами переделать, да и все. А здесь... Чуть-чуть ждем. Вообще, надо бы, конечно, в электричество выйти. Уже как-то по уму. Я, блин, хотел на паузе технологии посмотреть, но был занят немножко метеоритами, и что-то у меня из головы совершенно вылетело. Так что слегка попозже. И, значит, по поводу еды. Блин, вы сдохнете или нет, интересно, сегодня? Мне совершенно с ними воевать не хочется. Вот слонов с автоматом я точно уберу. 2 автоматчика расстреляют. Ну, плюс у меня эти винтовочники есть всякие разные. Глины у меня, скорее всего, тоже, да, сейчас нет. Глин. Да что такое? Я абсолютно не помню, есть глина или нет. А, сырая глина называется. Глины у меня нет. Ну, глину можно подоставать. Делаем просто приказы. Собрать глину и где-нибудь. Вот тут выкапываем ее. Так, а по топливу... Тут, к сожалению... А, слушайте, здесь тоже можно торф заправить. Прям красота. Сюда торф, туда торф. И тут задание... Так, ну, я как обычно, да? Блин, керамику уже только в электропечке можно сделать. Тупи, тормози. Я... Ладно, тогда эту штуку применим для чего-нибудь другого. Для чего-нибудь, для чего. Наркотики, трупы, древесный уголь. Можно кирпичей, конечно, поделать. Было бы. У меня их все равно мало. Блин... Как так можно было, а? Оболваниться? Не получится мне их сделать. Ну, я, собственно, про то и говорил, что в башке каша. Керамику мне не получить никак. Тогда эту ставим на паузу и добавляем обычные боеприпасы. Обычные .45. Так, нет, не то. Обычные .45 это... Вот, FMJ-ки. Для них потребуется все то же самое. Вот, только нужен тяжелый сплав. Тяжелые материалы. Для этого сойдет какая-нибудь медь. Вполне себе. Порох. Тяжелые. Медный сплав. 20 штук у меня есть. Медь, свинец. Серебро я еще там хотел переплавлять. У меня вроде тоже его какое-то количество было. Насколько я помню. Серебряный сплав. Детали. Серебряная руда 93. Серебряная руда у меня где-то вот здесь вот был, насколько я помню, были залежи, то ли метеорит, то ли что-то такое.
Да, раз с керамикой произошла беда, я потерпел фиаско. Ну, тема не без греха, да? Так, давайте-ка проверим все-таки медь. Меды. Медная руда. Медный сплав. 20 штук. Этого крайне мало. Есть медные метеориты. 4 штуки. Можно было бы из них повыкапывать. А 20 медного сплава... Я вроде его на что-то пустить, да, хотел этот медный сплав. Ну, я думаю, мы еще добудем его, 20 медного сплава. Тяжелых тут требуется всего лишь 3 штуки. Поэтому 6 крафтов я смогу сделать. Один крафт дает 80 боеприпасов. 480 у меня будет. То есть, по сути, я уже могу крафтить. Зря тогда вот эту штуку ставил. Но мне нужно сделать порох. Порох будем делать тут же. Для одного крафта пороха мне потребуется селитра. Уголь обычный. Уголь у меня есть. 50 штук, мне нужно 20 всего. И нужна сера. Серу я сейчас из руды бахну. Серы тоже нужно 20 штук. Так, сделать серу. Сера у нас производится за раз. Я не знаю, сколько он за раз ее делает, из железной руды. Сделаю пока один крафт. И для серы можно сразу обозначить склад. Это, конечно, тут очень плохо, то, что взрывчатые вещества все лежат вот в каком-то в таком месте. Ну, ладно. Это высокий. Сера. Вот прямо сюда, если метеорит прилетит, будет вообще замечательно. Бомбанет так, что. Селитра. Я, видимо, керамику в печке перепутал с глиняными кирпичами. Хотя, может быть, она раньше была, а потом это просто отсюда убрали. Когда переделали ББшку. Вроде как раньше она делалась. Не знаю. Слишком быстро все меняется, поэтому случаются фиаски иногда. Ну, ладно, не будем о грустном. Серу назначили, порох назначили. Можно тогда ремесленник сюда. Так, ремесленник у меня, кто тут, толковый? В том числе и алкашан, да? Алкашана лучше на строителя оставить. Все-таки. Хотя сейчас кабаниха вот тоже начинает потихонечку ремеслом заниматься. Давайте я ее направлю. Пускай пока серу делает. Прогрузилось у меня дерево технологии. Я опять тупи тормози. Керамики же нет, потому что у меня технологии нет. Поэтому ее там и не показывается. Когда-нибудь, наверное, это все закончится, да, и я перестану тупить. Потому что в поиске здесь... Да, блин, не лагай, игра. Керам. Не знаю, в чем проблема. Надо, наверное, поставить паузу. И помощь на паузе смотреть. Керамика. Поверхности нужно убрать. Вот, горн, сделать керамику. Я помню, что она была. Записывал факторку в голове, каш. Все-таки керамика есть. Там, наверное, в комменты кто-то уже побежал стращить. У тебя нет технологии, ты там дно, играть не умеешь. Ну, что делать? Бывает иногда. В общем, керамику мы сделаем. Медь тогда можно будет... Обратно вернуть отсюда. Не хочу я пока медь перегонять в это дело. Товарищ у нас делает... делает серу. Так, здесь. Хотя можно, конечно, часть меди было бы потратить на какие-то первые... На первую пачку боеприпасов. Да, давайте вот так вот сделаем. Хоть, чтобы хоть какие-то потрошки были. Потому что вдруг ко мне тут сейчас придут. А я тут голый. 39 гуманоида, солонина, соли абсолютно нет. Надо, да, надо ускоряться. Мне нужен автомат, чтобы поохотиться на слонов. Со слонов замечательное количество мяса просто выйдет. Просто великолепное количество мяса в количестве 100-500 штук. Не, ну шутка, конечно, что столько. Но достаточно много мяса с них получится. В любом случае нужно туда немножко рашить. Так, здесь щебень 7. Перенесли. Нифига не перенесли. И рассказчик мне пытается что-то наслать. Не, видимо, просто пролак в игре был. Да, у него внесли селитру. Что селитра сюда поставлена, да, была у меня? Селитра, сера. Забыл порох поставить. Высокий. Проходит мимо. Пускай идет. Может быть, кстати, он загружался. Что вот этот чел идет мимо. Его наверняка съедят
Инсектоиды? Захватывать и никак с ними взаимодействовать я тоже не буду. Не хочется мне. А у расхитители, по идее, скоро должны так-то уйти. Что недостаточно долго здесь уже обитают у меня. Так, и давайте, наверное, в приказном каком-то режиме направим, может быть, Васянина выкопать селитру. Давай, добывай. О, сера появилась. 10 штук. Для пороха нужно 20 серы, поэтому я еще один крафт ставлю. И кабаниху. Ремесло 10. Вообще кабаниху надо бы сместить, наверное, куда-то в сторону. А то я начинаю путаться, кто у меня где. Васянина можно поставить в конец списка. Правой кнопкой мышки, если что, перетаскивать. А кабаниху оставить тут, так, ремесленники. Мне удобнее ремесленников в этом углу держать. Слегка понятнее получается. Давай, делай еще одну партию. Сейчас у нас вот-вот где-то уже должно появиться нужное количество селитры. И будет порох. Еще один проходит мимо. У вас тут что, это приперло, что ли? О! Черная корпорация. Блин, этого бы завербовать или как-то фиг знает. Можно его попробовать вырубить. Не, крепко спящий. Не, спасибо, мне такой не нужен. Потому что если вдруг это война и он спит, мне его просто будет не разбудить. Но у него есть автомат, можно было бы так-то вырубить его. Автомат бы мне не помешал вообще, вот совершенно. Потому что на ранних этапах автоматическое оружие — это вообще такая очень полезная вещь. Давайте ускоримся. 60. 130 селитры, а где еще селитра? А, видимо, Васянин ее тащит. Сделать серу готово. Замечательно. Так, есть жареное мясо. Сколько еды осталось? Вот в чем вопрос. 36. Я думаю, успеем. Так, что-то поело. Переноси селитру. Сейчас у меня получится сделать один крафт пороха. И будет две обоймы с потрошками. Тогда можно будет сходить на слонов поохотиться. Так, треба... серьезно? Минимальные навыки, ремесло 3. Ну, в чем проблема? У тебя... Нет, так подожди, у тебя же 3 ремесло. Что не так? Кто селитру не донес? Недоноски селитры, или ее столько всего лишь есть. Либо тупи тормози очередной. Васянин, добывай. По-моему, там было больше ее. Понятно, кабаниха. Вот эти моды, которые хрен пойми, как они все это разносят, бегают по всей карте, иногда вот такие проблемы вызывают. Так, ну вот же у тебя есть селитра, 130 штук. Почему ты не хочешь делать порох? Селитра есть, уголь, сера. Угля, что ли, не хватает? Угля тоже должен хватать. Ладно, направим кого-нибудь более компетентного. Видимо, все-таки все равно скилла не хватало. Хотя тут написано 3, и у нее скилл 3. В чем проблема, я не понимаю. Минимальный навык, ремесло 3. Треба, персона, ремесло 3. Что не так? Непонятно. Хотя, блин, почему треба, если кабанихой нужно было делать? Ладно. Я не знаю. Пока все это не автоматизировано, вот такая вот плешь получается. Хрен пойми, что и как. Алкашанам целенаправленно сейчас я ускорю производство боеприпасов. Хотя нет, я, наверное, сейчас кабаниху направлю, а его отправлю заниматься своими делами. Так, кабаниха. Давай, клепай. И боеприпасы под .45 я, наверное, тоже пока что где-нибудь здесь положу. Все взрывоопасное, конечно, такое. Очень плохая идея, но пока что так. Так, .45. АПшки? Нет, здесь будут обычные FMJ. А АПшки я поставлю рядом. Сюда эту копируем. Сюда останавливаем. И меняем на бронебойные. Все, наконец-то сейчас у нас появятся боеприпасы. Я думаю, несколько крафтов сделать. Вооружить двух человек автоматами вот этими. И пойти убивать слоников. С них получится много мяса. У нас немножко проблемка с мясцом будет решена.
Возможно, имеет смысл Васянина еще дальше направить, направо, потому что еще чуть-чуть можно селитры подрубить. Так-то 105 штук есть, конечно. Но заранее, я думаю, не помешает. Так что пускай идет рубит. 18 пороха это на достаточно много хватит, потому что один крафт обойму требует 2 пороха. Проблема будет в материале, что у меня меди нет. Хотя метеориты, если поразбирать медные, выплавить медь, плюс, может быть, с осколков от кого-то получить. Вообще, если было бы электричество, я бы мог переплавить металлолом. Так, а эти додики уходят, да, уже? Пускай валят. Может быть, сейчас получится обезьян позабирать халявных. Ну да, тут нет, что-то они не особо уходят. Ну, в любом случае, фиг на них. Ну, молодец. Вот как вот это вот... Я не знаю, как вот на это реагировать. Работа осталась один. И пешка тупо забивает на это. Да, ужасно от такого. Жопа горит. Ну, ладно, сейчас она поест, я надеюсь, доделает. Оставшуюся одну. Будет смешно, если сюда кто-то другой пойдет боеприпасы делать. Это будет вообще капец. Все, поела, нет? Давай доделывать. Ну вот... Что это за дерьмо? Ужас. Социально расслабляется. Давай-ка еще делай. Все, 80. 45-й. Можно вооружать кого-то автоматом. Может даже пистолетом. Может быть даже пулеметом. 45 темп стрельбы. 450. А у него 900. Крис Вектор. С него быстрее будет лупить. Больше всаживать. Кому выдадим? Этот ближник. Лотра тоже какой-то ближник. Вот треба можно выдать. Кем воевать? Вообще не понимаю. Алкашан пускай стреляет с винтовки. Ну, наверное, Люси вместо пистолета. А так, наверное, все-таки треба пускай будет. Бери пистолет. Так, и бери вот это все. И сейчас нужно тогда в настройках, в назначениях будет назначить вот этот пистолет, чтобы постоянно он у нее был. Поэтому берем Крис Вектор, нажимаем создать снаряжение. Так, любые вещества я тут до 3 скидываю. Дальше боеприпасы оболочечные в количестве можно 200 таскать, если будут. То есть она все боеприпасы себе будет сейчас забирать. Ну, какие там увидит. Дальше мне нужен тут молоток. Так. Молоток, чтобы она не выкидывала. И вот это снаряжение она с собой будет таскать. Все, оно автоматически здесь в назначениях должно выставиться. Было. Ну да. У остальных, потому что уже назначено. Все, можно пока требу освободить, чтобы пошла стирать. Сейчас будет еще одна пачка боеприпасов. Еще один автомат кому-то выдам. И можно будет с 2 автоматов пойти на слонов. Слоники, слоники. Как раз, может быть, дождь кончится. Хотя, может быть, сейчас на меня какая-нибудь атака еще будет. Спасибо, игра. Диме малярии. Комария сейчас налетит, капец. У меня еще больница не везде готова. Ну, комаров придется тогда с пистолета расстреливать по чуть-чуть. Ладно, раз такая фигня, надо, наверное, тогда ограничить зону. Это я сразу переношу. Ну, перетаскиваем. Дальше уменьшаем периметр внешний. Чтоб сюда пешки просто не ходили. Хотя, может быть, у меня есть зоны-то какие-то. Да, на зону базы просто переключить. Ограничение. Зона база. Не нужно выходить никуда в лишний раз. И зону база можно в целом уже, наверное, увеличить до... Во-первых, сюда. Во-вторых, сюда. Вообще, я эти изнутри могу копать. Проблем не будет. Здесь... Кстати, не знаю, закрывать тут или нет. Закрою-ка я вот эту дверцу. Так. Либо давай-ка. Вот закрой. Все, сейчас мы, по идее, должны немножко от малярии быть в стороне. Ну, заодно полы всякие достроят. Тут можно... Что никак не достроят, да, у нас... Это можно было бы все повырубать. Сюда я хотел сортиры перенести. А, может быть, иногда даже и полезно то, что вот такие события вылетают.
Сколько еды? 29 жареного мяса от гуманоида. Васянина нужно отправить копать соль дальше, чтобы можно было солить. Можно, конечно, попробовать отмывалку еще поставить, чтобы вот эти вот дебафы с трупа убирать. Сколько осталось? Вот тут ты что, издеваешься надо мной сегодня? Дебил ты поголовый. Че это за фигня? Как можно так игры делать? Почему одна работа остается? Че тут проверку не написать? Ладно, не будем на этот счет бомбить. Давайте-ка лучше выдадим пушку. Вот рыба-автомат, лотры. Вот кому выдавать? Так, Люся. Берешь ПП. Пистолет, в принципе, можно у нее, наверное, убрать. Тут боеприпасов сейчас для него вообще никаких нет. Пистолет на тех же самых патронах работает. Ну и нужно будет сейчас назначениях поменять. Так, ПП М3, да, у тебя? Берем, значит, следующее. Пистолет выкидываем. Он мне потом еще пригодится когда-то, наверное. А ПП М3 нужно в назначениях. Вот сюда вот, на редактирование. Это убираем. И здесь ставим ПП. Вот я надеюсь, вот это он. Гризган. И оболочечный тоже в количестве 200 можно накинуть. Я потом, конечно, на бронебойный поменяю. Убирай. Ну да, это он и есть. И сейчас, пока мухи не налетели, дурацкие, я думаю, надо сходить за слониками. Берем ее. Берем алкашана с винтовкой. Дальше. Берем требу. Я надеюсь, эти трое справятся с слонами. Эпидемия, конечно, вещь не очень хорошая. Так, Васянин спит. А эти что тут? А ну у этих отдых. Да, никто не спешит глину собирать. Ну туда тоже можно, в принципе, будет Васянина отправить. Он же у нас шахтер на полставке. Все, погнали. Охота на слона. Слоны, скорее всего, сейчас сагрятся. Придется как-то их оперативно отстреливать. Я не знаю, может быть, тут у меня даже пострадает. Но слоников я буду с этой стороны расстреливать, потому что здесь иначе лес очень сильно мешать будет. Я надеюсь, боеприпасов хватит для всего, для этого дела. Так, и сюда. И сюда. Не, переназначу на него. Да, слоны моментально агриться начинают. Он у меня Коди. Блин. Хорошо, что... Хорошо, что не вне базы, но плохо то, что у меня ученый с ума-то сошел. Еще и стрессовая травма. Стрессовую травму вылечить не получится до тех пор, пока у меня технологии не будет. А вам нужно режим поменять на подавление, иначе очень долго целиться будет. Слон-то вообще на раз сдох. Ну, это тоже сразу же... Сразу же сошел с ума. Расстрелять. Замечательно. Так, Люся. Добей слона. Рыба. Зона не ограничена. И тащи слона. А ты свободен. И что ты так медленно идешь? Нормально, ребята, взяли слона на плечо и понесли. Что может быть лучше? А все-таки ППшки вообще очень хорошо зарешали. Можно было бы, в принципе, прибить вот этого типа, который тут идет. Синий, синемордый. Где он тут? Ну, он уже убежал, наверное. И отжать, попробовать у него еще один автомат. Но что-то я даже не знаю. Давайте-ка зону база вернем. И куда? Так, повар у меня был Лотра. Иди-ка разделывай.
Ну что, немножко проблемку с едой мы устаканили. Сейчас тогда будем дальше внутренности в базе доделывать. А то у нас тут не очень хорошо все. Элкашан у нас внезапно успокоил Коди. Ну это гуд. По крайней мере сейчас исследование дальше пойдет. Все, начали сразу же мясо жареное делать. О, смотрите. У нас готовы соевобобы. Так, тогда можно, наверное, количество жареного мяса сократить до 20. Потому что здесь вкусное блюдо у нас есть. Я пока что сою не буду перегонять в протеин и во все это дело. Пускай они готовят вкусные блюда из этого всего. Хотя можно было бы, конечно, тут попробовать каких-то водорослей нарубить, не знаю. Бобы соевые. Так, что у нас вот в этом горшке лежало? Тут, наверное, котики кормились у нас, да, когда-то? Так, здесь у нас были продукты растительного происхождения. Вкусная, обычная. Да, тут была морковь. И я сейчас тогда сюда еще соевые бобы накину. И пока что я не буду с них делать протеин. Буду немножко мясом бодяжить. Протеин чуть позже. Вот, и это сейчас можно будет тогда унести. Да, перетаскивай. Я надеюсь, сейчас получится все, полностью грядку эту засадить. И есть соевые бобы, можно делать вкусные блюда. Наконец-то. Люся немножко тут не успела дозасаживать. Лучше сразу же засеять все вот это дело. Компост... Блин, есть удобрения, но почему-то их тоже никто не вынимает. Очень не хочется мне настраивать и микроконтролить вот это все. Просто капец как. Заполняй бочку. Одна бочка готова, заполняй следующую. Следующая готова. Так, данное удобрение надо будет тогда пустить, наверное, вот сюда. А у животных у нас чума, у котика. Ну, котика вылечим. Животные, в принципе, достаточно быстро лечатся. Сначала проследим то, что тут посадки полностью будут готовы. А здесь что? Семян не хватает. Семена тогда можно в целом, я думаю, было бы получить вот здесь вот. Сколько мне нужно семян? Промоутер вылечим. Так, семена. Семена сои. Делаются из 9 бобов. Получается, я не знаю, сколько семян получается. Бобов дофига. Давайте-ка 3 крафта попробуем сделать. Люся, потом поешь. Блин, бобы еще сюда вынесли. Что-то они вообще как-то то ли не влезли, то ли я не знаю. А, ну, они как обычно по разным местам их перетащили. Конфликты контейнеров. Так, 3. А, ну тут 3 получается с одного крафта. Сейчас как тогда полностью в ручном режиме это я сюда делаю. Алкашана можно будет направить, отшлифовать пол, чтобы я полностью грядку доделал. 6. Этого уже хватает, можно поставить на засеивание. 1, 2, 3, 4, 5. Да, не досеяло. А ты у нас, дружочек, иди-ка покушай, а потом его можно будет отправить отшлифовать полы. Опять игра что-то мне генерирует. Сейчас опять какой-нибудь типон придет сюда, с краю. Всегда, когда возникает какой-то пролаг, игра что-то пытается там создать. Так, котейка. Котейка нифига не вылечена. Кто у меня доктор? Доктор все еще Люся, да? По-прежнему. Хорошо, лечите злой Борис. Нельзя злого Борис потерять. Это у нас такой вот талисман. Иммунитет 10%, чума легкая 13%. Ну, в случае чего я, конечно, ему там поднакину немножко. Что-нибудь такое полезное, чтобы он быстрее набирал. Но и так должно быть нормально. Грузовые контейнеры. Блин. Они сейчас уничтожат у меня 500 руды. Капец. Ну, вот игра, ты что, издеваешься надо мной, что? Какого хрена?
Знал же, что надо было ее утащить. Просто всрали 500 руды, ни во что просто. Нафиг, унесу-ка я ее. Второе место, где у меня руда есть. Вообще просто на ровном месте потеряли руду. Игра явно троллит меня. Так, что тут хоть упало-то? Не хочу я пока эти капсулы идти вскрывать, пока эпидемия малярии не пройдет. А у злого Бориса 14 на 17. Давайте-ка ему это, антибиотики вколем. В принципе, кот должен так-то и сам по себе быстро заживать, но на антибиотиках он, по идее, еще быстрее будет лечиться. Иммунитет 16. Не, можно, конечно, еще медикаментами нормальными его пролечить. В таком случае чума медленнее будет прогрессировать. Слушайте, а можно фруктовый напиток еще назначить? Сейчас мы Бориса напоим. Котику, наверное, приятно пить этого напитка. Фильтрацию крови он разгоняет, поэтому... Поэтому должно быстрее у нас идти иммунизация. Фильтрация крови плюс 20, сознание плюс 15, боли на 80, иммунитет 22%, чума 25%. Ничего не хватало тут. Кота на ровном месте потерять. Злой Борис снова может ходить. Возрадуемся за Бориса. Лукашан, давай-ка ты потом чинить будешь. Выравнивай. Хотя правильнее было бы, конечно, сделать какие-то бойницы здесь. Все-таки. Но, с другой стороны, еда мне тоже нужна. Вообще, сейчас, раз сою и бобы есть, я смогу, в принципе, перегонять их протеин и делать вкусные блюда. Наверняка мне этого всего уже за глаза будет хватать. Конечно, молодец. Как соленый огурец. А, он уже отшлифовал. Какой-то быстрый. Давай тогда сюда и сюда. Я вот не помню, есть ли у меня земля для того, чтобы сделать реформирование фермерскую зону. Да, земля в наличии. Так будет проще, действительно. Сюда. Такая незатейливая грядка получилась. Скоро появится стекло, можно будет стеклянную крышу сделать, чтобы избежать атак метеоритов с неба. Нафиг они тут нужны, эти метеориты. Давай, заделывай. Люся вместо того, чтобы посадками заниматься, пошла здесь собирать все. Ну, в настройках так сделано просто. Я вот еще думаю, надо, наверное, поставить еще горшок. Потому что, если посмотреть по складу, здесь уже все не влезает. Что иначе, вот эти все бобы, они сейчас просто впустую будут портиться. Для горшка бы мне еще не помешал холодос. Вот, но по технологиям холодос я пока сделать не могу, потому что я пошел в стеклоделие вместо конвекционки. Хотя, может быть, было бы правильнее... Ну, ладно. Сейчас поставим туда горшок. Горшок можно вот здесь вот копнуть. Железную руду и туда его впихнуть. Единственное, что надо крышу, конечно, сделать. Васянин, будь человеком, раскопай. Чего, нет прохода? Че не так-то? Ну хорошо, здесь раскопай. Блин, крыша. Раскопай тут тогда, стенку сдвину немножко. Ну, блин, придется кривь кость сделать. А ты? А, ну этот продолжает тут доделывать всякое разное. Давайте-ка перенесем семена, чтобы они просто на открытом воздухе не валялись. Семена и саму сою. Так, Васянин опять заигнорил у нас. Добывай. Скинулось назначение.
Просто он должен достаточно быстро здесь все это раскопать. Можно будет поставить горшок. Поставить горшок и раскладировать туда бобы. А сделать это как можно быстрее. Брали, перенеси железную руду. Дальше. Алкашан. Заделывай стенку. Че, идешь, делаешь, нет? Да. И горшок. Финальный штрих. Аксессуары. Пищевые контейнеры. Горшок из досок. Ставишь сюда. И работай. Бы надо, конечно, пол еще сделать до кучи. Я бы пребывает в состоянии стрелкового азарта. Ладно, мне это пока не интересно. И природный... Нет. Покрытие. Какое-нибудь тоже из сена вон тут накинуть. Потом позже. Сначала горшок доделает. В горшке делаем копию. Установить. И начал собирать уже пол. И сейчас можно будет все вот эти бобы перетащить в этот горшок. Тогда они, по идее, портиться не должны. Ну, по крайней мере, будут гораздо медленнее портиться, чем вот это вот все. Вот примерно такая у нас история получилась в этом эпизоде. Нужно будет следующий... ну, далее нужно будет доделать вот это вот все. Тут что-то алкашан спать немножко у нас ушел. Подождем, пока кончится малярия. Ну и, естественно, будем следить за злым Борисом. У злого Бориса чума 52, иммунитет 51. Это не очень хорошо. Точнее, это крайне нехорошо. Что-то котик у нас совершенно не хочет по-нормальному вылечиваться. Давайте-ка поставим ему медикаменты нормальные, что котика нужно вылечить. Я надеюсь, он у нас копыта не двинет к следующей серии. А, злой Борис заболел. Ладно, серию-то буду на этом заканчивать. Так что всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем покеда.